Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я очень рада снова видеть вас. Все ли правильно сидят? Все ли внимательно глядят? Все ли готовы слушать? Начинаем наш урок. Ребята, на прошлом уроке мы с вами познакомились со звуком Ж и буквой Ж. Давайте вспомним стихотворение про букву Ж. Эта буква широка и похожа на жука, и при этом точно жук издает жужжащий звук. Ж-ж-ж. А вы помните секрет буквы Ж? Верно, буква Ж ленивая, она выполняет только одну работу и всегда звучит твердо. Она не слушает команду гласных, поэтому буквы Э, И, Я отказались стоять после нее. В словах после Ж могут стоять гласные А, О, У, И. Послушайте чистоговорки и убедитесь в этом сами. Повторяйте вместе со мной. Жа, жа, жа. Есть иголки у ежа. Жу, жу, жу. Молоко дадим ежу. Жи, жи, жи. Здесь живут ежи. Жо, жо, жо. На улице свежо. Замечательно, ребята. Я вам сейчас прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте и запомните слова со звуком Ж. Стихотворение «Зоопарк». Животные в зоопарке из стран холодных и жарких живут, поживают, не тужат и между собою дружат. И каждое утро зверятки играют на детской площадке. Приводят, как в детский сад, звери своих зверят. Лошадь ведет жеребенка. Медведица, медвежонка. Бежит за ежом ежонок. Ползет за ужом ужонок. Важно жираф шагает, жирафенка он провожает. Живут, поживают, не тужат и между собою дружат. Ужата, ежата, жеребята и медвежата. В названии каких животных со звуком Ж вы запомнили? Жеребенок, медвежонок, ежонок, ужонок, жираф, жирафенок. Молодцы, ребята! А теперь давайте мы поиграем в игру «Кто лишний?». Посмотрите на картинки и скажите, кто лишний? Жаба, журавль, бегемот, жук. Здесь лишний бегемот, потому что слова «жаба», «журавль», «жук» начинаются на звук «ж». Здорово, ребята! А теперь давайте немножко отдохнем и выполним пальчиковую гимнастику. Руки, как глазки, открыли-закрыли, словно из сказки они появились. Вот кулак, а вот ладошка. Кулак-ладошка, кулак-ладошка. И повторяй ты с ними, крошка. Кулак-ладошка, кулак-ладошка, и все быстрее делай так. Кулак-ладошка, кулак-ладошка, кулак-ладошка. Молодцы, ребята! Продолжим наш урок. Посмотрите на картинку и составьте предложение. Кого вы видите? Правильно, художника. Что делает художник? Когда художники рисуют красками и создают картины, принято говорить, что художники пишут картины. Какое предложение у вас получилось? Художник пишет картину.
Посмотрите на схему предложения. В предложении три слова. Они обозначены тремя линиями. Первое слово «художник» обозначает начало предложения и пишется заглавной большой буквы. И в схеме она показана вертикальной линией. В конце предложения стоит точка. Ребята, прислушайтесь к слову «художник». Давайте построим звуковую схему слова. Назовите все звуки в слове «художник» по порядку. Х, У, Д, О, Ж, Ни, И, К. Первый звук «х» – твердый согласный. Второй звук «у» – гласный. Третий звук «д» – твердый согласный. Четвертый «о» – гласный. Следующий звук «ж» – твердый согласный. Шестой звук «ни» – мягкий согласный. Седьмой звук «и» – гласный. Последний звук «к» – твердый согласный. В слове «художник» звук «ж» стоит в середине слова. В этом слове 8 букв и 8 звуков. 5 согласных и 3 гласных. Ребята, давайте посмотрим на рисунок. Это желудь, утка, карандаш. Художник предлагает вам поиграть в игру «Найди слово». Нужно разгадать зашифрованное слово. Для этого мы будем определять первый звук в словах и записывать их буквами. Тогда сможем отгадать слово. Назовите первый звук в слове «желудь». Правильно, «ж». Напишем букву «ж». А в слове «утка» первый звук «у». Напишем букву «у». В слове «карандаш» первый звук «к». Буква «к». А теперь прочитайте слово. Жук. Молодцы, ребята! Жук предлагает вам поиграть в игру «Говорящий жук». У какой картины окажется жук? Изменяйте это слово так, чтобы был хорошо слышен звук «ж». Вы готовы? Начинаем игру. Снег, снежок. Друг, дружок. Круг, кружок. Утюг, утюжок. Пирог, пирожок. Молодцы, ребята! Жук очень рад. Передает вам большое спасибо. Посмотрите, ребята, буква «Ж» может быть большая, ее называют заглавная, и маленькая, ее называют строчная. Давайте вспомним, в каких случаях пишется заглавная буква. Мы с вами говорили, что имена, фамилии, отчества людей пишутся заглавной буквы. На фотографии вы видите известного кыргызского драматурга и поэта Джумарта Бекунбаева. Фамилия и имя Джумарта Бекунбаева пишется с большой буквы. А еще с большой буквы пишутся названия городов, рек, озер, улиц и деревень. Например, город Женева, Желтое море, улицы в Бишкеке, жуки Пудовкина, Чебек-Джулу. Также с большой буквы пишутся клички животных. Например, собака-жучка. Молодцы, ребята! Вы трудились на отлично! А теперь вперед, друзья! Слоги нам читать пора. Прочтите, пожалуйста, следующие слоги. Ребята, когда вы читаете, запомните, с какими гласными дружит буква «Ж». Жа, жо, жу, жи.
Замечательно, ребята! А теперь прочтите громко следующие слоги. Ажа, ожо, ужу, ижи. Если вы правильно прочитаете слова, то перед вами появятся картинки. Жар, жаба, жираф, лужа, рожок. На этом наш урок подошел к концу. Похвалите себя за хорошую работу и погладьте себя по голове. Вы молодцы! До свидания, ребята! До новых встреч! Желаю всем хорошего настроения!